Thank you.
Соня, красота. Влад Давидович, посмотрел сюда. На тот день я заплатил за то, за гамбургеры и чизбургеры. Я Гордей понял, когда... Пойдем, дай! Антон, ты будешь?
Видели, как сумочка целая на руку. Классно. Я не понимаю, там лох ты точно сидит или это скалит? Ты просто наступаешь на кирпич соответствующий. А я знаю, он включается. Да, конечно. А это мужик там сидит. На нем. Он нажал, да вот. Нет, нет, мы уходим уже. А тут что? Так, а тут? Далее. Разгоны. Какие? Давай. Надо выбрать соответствующий камень. Знаете, как это работает? Да? Там сидит вот этот мужчина, этот сидит, он палочки крутит. И он... А я думал, от камня зависит. Да, конечно. И там тоже зависит от человека, да? А я говорила, что она там будто сидит человек. Ну, там ребята говорили, а я подумал, что от камня. Мне почему-то казалось, что тут камень. Ну ладно, хватит упражняться, ребята, семейные. Хотели на пивочке залить? Да, очень. За мной тогда! Даша, а по фонтанчику? А это наша там еще была? Боже, ты мой! А мне страшно, я не пойду? Спасибо!
Это чайка. Ну не утка ж. К нам. Белка, здорово. Ты же не даете ей. Как дела, белка маленькая? Ты что? Грызун. Ой, какая умница. Семечки есть кого-нибудь? У этой. Второй учительница. Налетели все на белок. Что она нашла? Вот это, это синица. Это защита от ветра, который дул с Финского залива. Это защита деревьев. Здесь росли сливы, яблоки, яблони, груши. Сейчас тоже растут, но понятно, из-за Петровского времени. Вот вы знаете, ребят, когда поднимаешься туда наверх, там такой сильный ветер, даже когда тепло, когда жарко. Отпускаешься вот сюда вот, абсолютное тепло, даже в холодное время года, советую. Деревья шустовые спасались. Ну что, мои зайчики? Четыре фонтана, почти одинаковых маленьких фонтанчиков. Ну что, Лёшка, я... Мы хорошо видим. Это фонтаны тоже клоши, клошоны, но у них есть второе название, четыре абсолютно идентичные. Они называются, сами подскажете мне, как. Как называется женщина с рыбьим хвостом? Русалки. Правильно. А как называется мужчина с рыбьим хвостом? Тритон. Вот это маленькие тритончики. Мимо них сейчас пойдем в Золотой горе. Русалы. Класс. Как бы склоняется. Ну да, если есть русалки, значит должны быть и русалы. Почему тритоны? Тритоны посерьезнее. Ну, ребята.